После того, как Россия вышла из своего медвежьего угла и взялась наводить порядок в игровой комнате американцев, где они давно разбросали и поломали игрушки, западные СМИ кишат заявлениями о том, что Россия все делает неправильно. Сотни тысяч российских солдат-невидимок с танками-невидимками в Донбассе, наши корабли и подлодки постоянно мерещатся у чьих-то берегов, бомбежки не туда, в Сирии. Где доказательства? Это риторический вопрос. США даже привлекают уже не просто журналистов, а важных персон, министров обороны, пентагоновцев, всех, чья должность звучит солидно. Представитель МИД России Мария Захарова назвала все это элементами информационной кампании Запада против России и начала отбиваться. О чем говорит то, что Россия начала отвечать выпадам Запада? Действительно ли ведется кампания по дискредитации России и почему Запад опирается на бездоказательные мифы? Своим экспертным мнением с накануне ТВ поделился политический консультант Анатолий Вассерман. Насколько я могу судить, кампания по дискредитации России ведется непрерывно на протяжении, по крайней мере, последних двух веков. Причина тут вполне очевидна. Совокупный Запад существует сейчас не столько благодаря собственным трудовым усилиям, сколько благодаря изъятию результатов трудовых усилий других регионов. И сейчас Российская Федерация, и так же, как в свое время Советский Союз, выступает в роли защитника угнетенных и обездоленных. Поэтому мы всегда будем естественным противником для бенефициаров, то есть получателей основной выгоды нынешней системы мироустройства. Это важно, чтобы граждане тех стран, откуда эти деятели извлекают свою выгоду, боялись обратиться к нам за помощью и поддержкой. И поэтому все, что мы делаем, они будут чернить всеми доступными способами. Они будут старательно клеветать на все, что мы делаем. Это совершенно неизбежно по чисто экономическим причинам. Есть еще и чисто исторические причины, напоминает Анатолий Вассерман. Это неизбежное и постоянное сеяние вражды и войн в Европе англосаксами, которые боятся потерять свое, если континент объединится против них. Поэтому надо быть готовыми к нападкам и лжи Запада, а не удивляться им. Вот и представитель МИД России Мария Захарова теперь открыто бросает вызов антирусской пропаганде, потому что уровень дезинформации уже просто зашкаливает. На нас непосредственно сказались и последствия государственного переворота в Киеве, и последствия так называемой арабской весны. И мы теперь вынуждены уничтожать в Сирии террористов, тщательно выкормленных американцами и ближайшими союзниками. То есть мы оказались втянуты сразу в несколько конфликтов, оказались вынуждены разруливать все их сразу. И в таких условиях, естественно, обострилась кампания клеветы против нас, и мы же не можем просто игнорировать ее, а вынуждены внятно отвечать еще и для того, чтобы снять, так сказать, психологические препятствия к обращению других стран за нашей помощью. Главная аудитория этих антирусских сообщений – это страны, пока еще не вполне подчиненные американцам. Страны, которые еще сохраняют возможность обращаться за нашей помощью. Именно для того, чтобы запугать их страшным русским медведем, и идет вся эта кампания. Антирусская пропаганда Запада нацелена на предотвращение формирования коалиции, ядром которой станет Российская Федерация, утверждает Анатолий Вассерман. Запад заврался в своих бездоказательных заявлениях и вынужден использовать людей громких должностей, ведь им больше верят. Но наши ответные действия также сильны. Я думаю, что эффект есть, по крайней мере, на уровне массового сознания. На выпады Запада начала отвечать структура, пользующаяся примерно таким же авторитетом. В то же время это совершенно не снимает ответственность других средств противодействия информационной агрессии. То есть с наших собственных информационных агентств или других средств массовой информации, наконец, рядовых блогеров, мы все участники информационной войны, поскольку ведут ее не против Кремля и не против Лубянки, а против всей страны, против всего народа. И мы должны, соответственно, не спускать противнику с рук ни одного выстрела из гранатомета. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для «Накануне ТВ». Подписывайтесь на канал «Накануне ТВ» и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение».